В Бишкекском автомобильном дорожном колледже отмечают целых два праздника. Прошло 110 лет со дня рождения Кусейна Колбаева, инициатора сети автомобильных дорог Кыргызстана, и открытие новых лабораторий колледжа. Директор учебного заведения Асылбек Алымкулов рассказал о новых кабинетах. Три года назад мы приняли участие в проекте Азиатского банка развития, и на второй фазе мы были отобраны. В итоге с прошлого года они снабдили наши лабораторные кабинеты оборудованием на сумму свыше 130 тысяч долларов. И на сегодняшний день у нас есть лаборатория, оснащенная всеми современными технологиями. И мы считаем, что она поспособствует выпуску самых профессиональных специалистов. В новой лаборатории автодорожного техникума есть все необходимые условия для практического обучения студентов. Это модель мотора EMS-236, дизельный двигатель, на котором студенты учатся снимать характеристики по обслуживанию. Помимо стенда дизельного двигателя, есть подобный бензиновый, который смогли собрать студенты колледжа после покупки запчастей. Также есть новое современное подъемное оборудование для диагностирования и технического обслуживания автомобильных двигателей и дорожных машин. По словам заместителя директора по учебно-производственной практике Акматкалы Арымбаева, благодаря работе преподавателей лаборатории сейчас в хорошем состоянии. Долгое время вот этот кабинет пустовали, начали уже там разваливаться. И благодаря успешных действий нашего администрации, а также наших хороших ведущих преподавателей, а также студентов, мы восстановили этот стенд в рабочем состоянии. Для студентов такие стенды – настоящий подарок. Можно получать практические навыки. Так, Валерий Ратушный – один из тех студентов, который занимался сбором данных стендов. Как только пришли, как бы он был не в особом таком состоянии, не хватало многих запчастей. Данный аппарат собирали всей группой. Кто-то что-то знает, кто-то подсказывал. Нам преподаватели подходили, в частности, наш заведующий отделение. На данный аппарат у нас ушло около 2 недель. Вот. Спустя 2 недели мы его сделали, вот в данный момент полностью в рабочем состоянии. Отметим, что Азиатский банк развития профинансировал лаборатории на общую сумму 130 тысяч долларов. На данные средства были куплены запчасти на стенды, двигатели и подъемные аппараты. Алина Хайдаршина, Нурдан Карыбеков, «Пирамида».